Приветствую, ребята. Хотел показать. В общем, вышел из строя у меня тут. Телефоном пишу ролики. Meizu M5S. Год телефона. Сраные китайцы. И уже микро-USB. Вышел из строя разъем. И еще вышел из строя микрофон. Вот. Значит, смотрите, покажу. Вот это оригинальное. Оригинал. А это реплика. На базаре взял. Насколько разница большая. Смотрите. Вот здесь у нас узел, да? Рассыпуха. Здесь нет ничего. Никакой рассыпухи. Вот. Ну, два контакта, то не страшно, потому как на антенну у нас тут два контакта идут нормально. Дальше идем, сейчас поверну. Тут то же самое, если смотреть. Это у нас, по-моему, динамик. Тоже здесь рассыпуха в оригинале, здесь напрямую все. Поворачиваем. Микрофон я выпаял. Вот такой вот микрофон у них. Это просто ужас. Думал поменять-то какой там. Такие размеры. Вот смотрите. Микрофон и дорожки идут. В родном же шли микрофон. И здесь всякие там цепи, резисторы, конденсаторы и прочее. И вот типа позолоты, что ли. Вот. В общем, чудо. Китайцы копируют китайцев. Буду сейчас менять. Надеюсь, заработает.